Мечты сбываются, говорят воспитанники музыкальной школы имени Райхеля. Теперь они занимаются на новом фортепиано. Его во время посещения учебного заведения поручил приобрести губернатор Алексей Дюмин. Средства на покупку выделил Фонд развития Тульской области «Перспектива». Он же помог купить духовые инструменты для школьного оркестра. Тему продолжит наш корреспондент. Таинственный ящик, внутри которого целый город из молоточков. Усталости в струнах и сотнях механических пружин нет. Когда такое появляется, фортепиано нужно срочно ремонтировать, говорят настройщики. Но этому инструменту такая реставрация не грозит. Новое чешское пианино звучит как надо. Воспитанники Тульской музыкальной школы имени Райхеля это оценили. Есть чем сравнить. Большинство инструментов здесь свой срок отслужили. Оно старое, и звук... как-то даже неровный такой вот, неритмично на нем получается, клавиши тугие стали. Только-только вот это фортепиано привезли, и мне оно очень нравится, такой замечательный звук. Новое пианино подарил школе фонд «Перспектива» после визита Алексея Дюмина. В январе глава региона познакомился с творческим коллективом. Уже тогда духовой оркестр пополнился профессиональными инструментами – тромбоном, саксофоном, кларнетом. Тоже на средства фонда. Кстати, в этом году оркестру исполняется 30 лет. За плечами выступления на сцене Мариинского театра и в Кремле в составе российского детского хора под управлением дирижера Валерия Гергиева. На новых инструментах ребята уже выступили на сцене родной школы с концертом ко дню защитника Отечества. Нам очень приятно, что те музыкальные инструменты, которые были подарены Алексею Геннадьевичу в начале 2017 года, а также пианино, которое также приобретено в результате его посещения музыкальной школы, сегодня очень активно используется в работе самой музыкальной школы. И не просто как репетиционный какой-то материал, а именно тот инструмент, который непосредственно участвует в концертах и звучит достаточно хорошо. Музыкальные инструменты тулякам фонд дарит не первый раз. Так, в мае прошлого года народный хор Воловского района получил от «Перспективы» баян. А в январе этого года на средства фонда купили баритон немецкого производства и альтсаксофон для Тульского губернаторского оркестра. Ну а воспитанники школы Райхеля с новыми духовыми инструментами отправятся на международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». Он пройдет в конце лета на Красной площади в Москве. Захар Исполимов, Анастасия Авдеева, Дмитрий Плохин.